מתחיל בזה שבבולדוג צרפתי יש הבדל גדול בין האופי של הזכר לאופי של הנקבה. הרבה פעמים האנשים לא רואים את זה, כי הם קונים את הגזע, את הכלב הזה, לפי המראה, לפי אף פחוס, האוזניים החמודות האלה עומדות, לא תמיד עומדות, כן? אוקיי? ולפי המראה הכללי שמאוד מאוד סימפטי, ואנשים לא יודעים על ההבדל הזה. מתחיל בנקבה. Let's be gentlemen. נקבה. הנקבה הרבה פעמים פחדנית, חשדנית לזרים, היא לא בדיוק במבט ראשון אוהבת. היא לא תלך לבן אדם זר. אני מדבר בכללית, בטח יש נקבות אחרות. אני לא יכול לתת 100% האופי של נקבה. אבל, עוד פעם, הרבה מהנקבות של בולדוג צרפתי, חשדניות, פחדניות, עלולות לנבוח ואפילו לתקוף בן אדם זר שניגש בפתאומיות ובהפתעה לכלב. כי הרבה אנשים, וזה החברה שלנו, אין, אתם יודעים, הם לא שואלים אפשר ללטף את הכלב, פתאום ניגשים לכלב, ואז ההפתעה, הכלב נושך. ועוד הפעם, מדובר על הנקבה. כן? אז צריך להיזהר ולעשות סוציאליזציה קוראים לזה, להכניס את הגורה בין האנשים, לתת לאנשים ללטף, ואז הכלבה תהיה עם אופי נחמד. זכר, חברותי, מלא ביטחון, ראש למעלה, חזה רחב, ילך כאילו מכיר את כולם, חבר של כולם, אבל לפעמים לכלבים הוא עושה איתי, אל תתעסקו. אני קטן, יש לי חזה כזה, יש לי ראש ומצח גדול, אני גם חכם, גם יפה וגם חזק. יש לו הכל. זה מה שנותן הזכר. זה הקטע של הזכר בבולדוג צרפתי. אז סימן קריאה רק לנקבה. לזכר לפעמים תיזהרו עם כלבים אחרים. לא להפגיש אותם ממש. ואם אני דיברתי על סוציאליזציה של נקבות עם אנשים, לעשות סוציאליזציה של זכר, בולדוג צרפתי, עם כלבים. Один мудрец сказал, что тот, кто держит в доме собаку, должен признать, что это он служит собаке, а не наоборот. А у вас в доме кто кому служит? Ну-ка, скажи-ка ты. Я служу собаке. А собака служит мне. О! Вот так. Так, какой треугольник, интересно. Вот а вы кому служите? Треугольник. Вот такой у нас любовный треугольник. А вы кому служите? Я кому служу? Обществу. Собака, наверное, не только Ромка любая, но она, по ней мы почувствовали это очень четко и ясно. Со щенячьего возраста поняла, кто в доме хозяин. Кто хозяину подчиняется, кто в доме хозяйка и кто ей подчиняется, и как надо с кем иметь дело. Хозяином, конечно, она сразу выбрала Илью, там не было сомнений никаких, несмотря на то, что я ее кормила, я за ней убирала, я ее нянчила, можно сказать, все равно. Вся безграничная любовь была отдана сразу хозяину. Ну, хозяйку она признавала, поскольку хозяйка все-таки ей сдает. Нет, любовь я ощущаю с ее стороны, но авторитет непререкаемый, только один в доме. Дальше идут дети. После хозяйки идут дети. Идет старший, потом младший. Она очень четко сразу поняла, кто за кем и кто кому подчиняется и в этом доме. И как из этого можно... И что из этого можно получить? Да. Нет, ссылка, она еще переругивается. Мне очень нравится этот диалог, когда они кричат друг на дружку. Значит, при этом, когда Элла, вот, ну, иной раз, значит, вот она приходит с порога, и она не к ней идет, она идет меня обнимать. О-о-о. Здесь полный скандал. Полный скандал. Этого не может быть. Она убеждена, что сначала должны обнять, поцеловать ее.
а потом что хотите, то и делаете. Ну а уж если я посмела подойти к ее хозяину и как-то обнять его, погладить, возмущению нет предела, никто не смеет, хотя набрасываться, боже упаси, она нет. Но свое отношение изъявляет совершенно однозначно, всегда. Есть мнение, что когда люди говорят о собаках, то они никогда не поссорятся. Вы обсуждаете Роме с другими собаковладельцами? Безусловно, потому что это действительно эта тема, то есть, ну, даже не собаковладельцами, мне стыдно признаться в этом. Значит, вот моя работа связана с людьми, я работаю врачом, и когда ко мне приходят люди и заговаривают о собачках, только, пожалуйста, это даже не говорите никому, и не снимайте, и не показывайте, и не рассказывайте, пусть это будет наша маленькая тайна. Но в это время мы забываем про все, про болячки, про еще про что-то, говорим про собак.